Российский пилот впервые стал чемпионом Европы по ралли-кроссу в самом престижном королевском классе полноприводных автомобилей. Татарстанец Тимур Тимирзянов за явным преимуществом выиграл первенство Старого Света, обеспечив итоговую победу за тур до окончания турнира. А накануне вечером юному спортсмену исполнилось всего 25 лет. Поздравить его собрались близкие и родные люди. Устроили триумфатору Еврочемпионата торжественный прием и в Казанском аэропорту. Одним из первых поприветствовать его смог и наш спортивный корреспондент Всеволод Дворкин. Поздний вечер, но в зале ожидания Казанского аэропорта многолюдно. Все волнуются. Рейс Тимура Тимирзянова опаздывает на 20 минут. Хотя поклонники автоспорта знают, что он приходит к финишу раньше остальных. И я вот испытываю чувство гордости за то, что он смог свои детские мечты воплотить реально в жизнь. Вот у него есть характер, есть воля и есть умение побеждать. Вот для меня, для матери, это очень важная составляющая, потому что это отражается не только в спорте, да, но накладывает отпечаток на всю жизнь. И в каком-то смысле я за него очень спокойна, потому что из него вырос такой настоящий мужчина. Дома новоиспеченного чемпиона Европы встречают как героя. Впервые российский спортсмен выиграл в королевском классе ралли-кросса. Предыдущее достижение тоже принадлежало Тимуру Тимирзянову. В прошлом году он уже привозил медаль в наш город, правда, бронзовую. А эти кадры того самого чемпионского заезда в Финляндии. На 9-м этапе Тимуру было достаточно просто доехать до финиша, чтобы стать недосягаемым в общей турнирной таблице. Но Citroёn C4 в очередной раз заставил глотать пыль своих преследователей. Первый план сезона было сложно. Не было варианта на ошибок. То есть надо было проехать все 5 этапов. И тогда было проще, потому что ты можешь отбросить один худший результат. И для меня была Англия уже первым, самой моей баранкой, которую я пропустил. То есть, в принципе, ну, бывает все, в своей жизни, то есть, как бы бывает, и у всех были сложности, то есть, как бы, не скажем так, не идеальный сезон для всех гонщиков. Правда, начиналось все не так гладко. Первый этап в Великобритании на трассе Лиден-Хилл пилот пропустил из-за проблем с рабочей визой. Ноль в графе набранных очков уже не оставлял права на ошибку. И из 9 последующих заездов Тимирзянов 6 раз финишировал первым, обеспечив досрочное чемпионство. 2 недели Тимура не было дома, и столько же пилот планирует оставаться на родине. В межсезонье начинается уже другая гонка за прогрессом, а эстафету у пилотов перенимают конструкторы. К новому чемпионату машина должна быть подготовлена по последнему слову техники. Всеволод Дворкин, Адель Миндубаев, Вести Татарстан.